Привет, с вами Муза Рукоделия. Сегодня я покажу вам, как сделать кружки для ваших куколок. Наши кружки мы с вами будем лепить из соленого теста. Приступим к его изготовлению. Для приготовления соленого теста нам понадобится вот такая мелкая соль экстра, обычная пшеничная мука, немного водички, немножко рафинированного подсолнечного масла. Мы берем с вами емкость, ситечко, и отсыпаем в наше сито вот столовую ложку соли и столовую ложку муки. Теперь мы все это дело просеиваем от вот таких вот мелких кусочков соли. Или в муке попадаются такие кусочки. Все, лишнее мы убрали. Теперь мы перемешиваем наши сухие ингредиенты. И постепенно начинаем добавлять воду. Мешаем ложечкой. Такое получилось тесто, очень эластичное, к рукам не прилипает. Сейчас мы его замотаем в пищевую пленочку пока, а сами займемся нашей основой для выпечки. Для основы нам понадобится 3 вот таких офисных листа формата А4, шпажка для шашлычка деревянная и клей. Первым делом мы должны с вами сложить пополам все наши 3 листа и разрезать их. Я беру одну половинку нашего листочка, беру палочку деревянную и клей-карандаш. Клеем я провожу по низу нашего листа, прикладываю к нему нашу палочку и немного жду, пока палочка не пристанет к нашему клею. Теперь моя задача аккуратненько закрутить в трубочку наш лист. Когда остается небольшой кусочек, мы намазываем его клеем по краю и заворачиваем нашу трубочку до конца. Вот так. Теперь я беру следующий лист и начинаю приклеивать так же само его. Намазываю клеем. Прикладываю нашу вот эту трубочку и дальше продолжаю закручивать нашу основу. Вот такая у меня получилась основа. Здесь все наши 3 листочка офисных разрезанных. Теперь берем небольшой кусочек фольги пищевой, берем клей, тоже немножечко нанесем на фольгу клея. И обмотаем сверху еще фольгой нашу основу. На конце тоже нанесем немного клея и закроем. Вот такая основа для выпечки у нас уже готова. Вот я уже достала наше тесто из пищевой пленочки. Укладываю его на какую-то плоскую поверхность. У меня это пластиковая доска. Беру обычную скалку для теста и начинаю его раскатывать.
раскатываю не слишком тонко. Вот так. Теперь я беру нож, вот такое лезвие от канцелярского ножа, и моя задача вырезать прямоугольник ровненький. Теперь мы должны перенести этот прямоугольник на нашу основу. Раскатываем прямо на основе, чтобы не было слишком толстое тесто у нас. Так. Теперь срезаем лишнее. Равняем эту сторону. Теперь запаиваем края. Таким же образом раскатывая тесто на нашей основе. Так, залепили, а теперь просто еще раз прокачаем это место, место стыка. Так, готово. Теперь нам нужно отмерить наши кружки. Мы должны сделать с вами ровные срезы по краешку нашей основы. Вот так, вокруг. Лишнее убираем. Один. Кружечку делаем мы чуть больше, чем она у нас будет, потому что мы будем стачивать с вами края, чтобы они были ровненькие. Ну, приблизительно вот такое расстояние обводим снизу. По кругу делаем расстояние между нашими двумя кружечками, убираем средний прямоугольник и так же само оформляем нижнюю. Вот что у нас должно получиться. Теперь из обрезков мы с вами сделаем две ручки. Скатаем вот так колбаску. Чтобы была не слишком толстая, не слишком тонкая. Отрезаем краешки. И нам нужно сделать вот такую петелечку аккуратненькую. Поправить можно. Вот у меня обычный крючок для вязания. Здесь у меня ровненький такой краешек, им удобненько сравнять. Так, чтобы была не слишком большая, ну где-то вот такая у нас будет ручка. И такую же делаем вторую. Вот две мои ручки. Я перенесла их на небольшой кусочек фольги, который сложила пополам. Теперь я беру баночку обычную, стеклянную. И вот этот нашу фольгу вот так обворачиваю вокруг баночки. И сверху укладываю вот так аккуратненько наши две кружечки будущие. И отправляю это все в холодную духовку. И включаю газ. Теперь это все нужно будет запечь где-то минут, наверное, 30-40. Духовку мы ставим на самый нижний огонь, если это у вас газовая духовка, и на температуру 150 градусов, если у вас электрическая печь. Вот у меня уже запеклись мои заготовочки и мои ручки. Ручки мы сразу сейчас с вами обрежем. Для этого я беру нож и срезаю вот так. Одну и вторую. Снимаем наши заготовки. Вытаскиваем фольгу.
оставляем до полного остывания. После того, как наша заготовка полностью высохнет, мы ее берем и на наждачке стачиваем ровно низ и верх. Вот что у меня получилось. Верх и низ я уже обточила. Теперь мы разными пилочками и сверху шлифовщиком равняем наши бока. Теперь мы сделаем дно. Для этого я беру небольшой кусочек тонкого картона, наношу клей пистолетом на дно, аккуратненько по краешку. И переворачиваю на наш картон, вот так. И второй то же самое делаем. Приклеиваем. Когда клей высохнет, обрезаем низ маникюрными ножничками. У нашей кружечки появилось дно. Теперь приклеим ручку. Приклеивать тоже буду пистолетом. Теперь у нас имеется ручка. Вот она прекрасно держится. Теперь я беру колпачок обычный от фломастера и буду сейчас закрашивать всю мою кружечку. Вот у меня есть малиновый лак для ногтей. Сейчас я вместе с ручкой закрашу. Вот я закрасила кружечку. А сейчас вот так вот закрашу дно на весу. Вот мои кружечки высыхают на соломках. Моя кружечка высохла. Теперь я беру белый лак. И моя задача закрасить внутри. Вот тут. Не полностью, а наполовинку красим внутри. И вот этот ободочек сверху. Готово. Теперь я ставлю обе кружечки и наполняю их горячим клеем. Теперь коричневым лаком и кисточкой я сделаю кофе. Вот мое кофе. Теперь белым лаком я нарисую сердечко. Вот что получается, такая кружечка. Еще я сделала кружечки поменьше. В этих кружечках 2,5 обмотки. И чуть тоньше я раскатала тесто. Экспериментируйте с размерами и с раскаткой теста. У меня таких зеленых кружечек 2. Вот такие у меня получились кружечки. Отличный подарок для ваших куколок на День Святого Валентина. Наши кружечки с сердечками. Также у нас еще есть один набор кружечек. Они чуть меньше. В наших кружечках есть кофе. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Творите вместе со мной. С вами была Муза Рукоделия. Всем пока. До новых встреч.